Продавцы Качинского рынка рассказали, что заметили дым возле магазина «Светофор». Он расположен посередине торгового комплекса. Рядом находятся вещевые ряды. Люди сразу же начали кричать, чтобы все посетители уходили. По словам очевидцев, огонь разгорелся быстро. Повалил едкий черный дым. Плотной стеной он окутал всю прилегающую территорию. Даже на другой стороне улицы было трудно дышать. Пламя быстро захватило соседние павильоны. Однако буквально через 5 минут на место уже прибыли первые пожарные расчеты. Спасатели, скорая помощь и представители власти. Большинство продавцов и покупателей самостоятельно покинули территорию загоревшегося рынка. 150 человек эвакуировали сотрудники МЧС. Люди говорят, что именно быстрые и слаженные действия всех служб позволили избежать большого количества жертв. В результате ЧП погибшей числится одна женщина. Еще трое человек пострадали от отравления угарным газом.